Всем добрый день. В нашу клинику обратился пациент 24 лет с такими жалобами. На некрасивую улыбку, на скученное положение зубов и, самое главное, на неправильный прикус. Пациент особое внимание обратил, что ему не нравится его лицо, его зубы, его положение зубов, его прикус. С учетом этого мы провели обследование. Сделали рентгеновские снимки, КТ двух челюстей, ТРГ в боковой проекции. Сняли отпечатки зубов, отлили диагностические модели, сделали фотопротокол, провели полное обследование зубов, изучили диагностические модели челюстей, изучили КТ, ТРГ. И при изучении этих всех моментов выяснилось, что у пациента неправильный врожденный прикус, у него нижняя челюсть по отношению к верхней занимает переднее положение. При этом еще и нижняя челюсть смещена в сторону, влево практически на целый зуб. Ну а также имелись скученное положение зубов, ротация зубов. Я приняла решение дополнительно проконсультироваться с челюстно-лицевым хирургом, потому что ситуация очень сложная и одними брекетами выровнять такую патологию очень трудно. Когда мы провели консилиум с доктором, доктор у нас находится в Краснодаре, челюстно-лицевой хирург, я ей отправила все наши исследования, она их тоже изучила, и мы уже приняли совместное решение, что для достижения именно лицевых признаков, эстетического оптимума, пациенту будет необходимо провести ортодонтическое лечение и челюстно-лицевую операцию, при этом еще и двухчелюстную. Значит, сейчас пациент у нас готовится к челюстно-лицевой операции, то есть мы установили ему брекет-систему на верхний и нижний зубной ряд. Наша задача выровнять зубные ряды, после этого он пойдет на операцию двухчелюстную, будет после операции месяц у него реабилитации и дальше уже доведение контактов и реставрации зубов, то есть доделывание эстетических каких-то моментов. Нижняя верхняя челюсть по отношению к черепу занимает неправильное положение. Само положение, даже не угол, положение в черепе. У нас верхняя челюсть, череп крепится к лицевым костям, она неправильно стоит. А нижняя, соответственно, тоже крепится, у нее неправильно стоит. По ТРГ мы выявили, что у него нет макрогнатии, то есть большой нижней челюсти, которая бывает при таком виде прикуса. Но само положение челюстей относительно черепа неправильное. И еще и смещено в сторону. То есть доктор-хирург будет выставлять само положение верхней и нижней челюсти по отношению к черепу в правильной окклюзии, чтобы все смыкалось правильно, эстетически было красиво. Потому что пациент особенно обратил такую жалобу, как эстетически ему не нравится лицо. Лицо поменять можно только с помощью челюстно-лицевой хирургии. То есть просто убрав какие-то моменты ортодонтические брекетами, лицо не меняется. То есть у него это была основная его жалоба. У него были попытки лечения в другом месте. Мы пытались нижнюю челюсть с помощью мини-винтов отодвинуть кзади, но челюсть настолько мощная, что вот у него еще остатки тут, видите? То есть ни к чему этому не привело. То есть у него мини-винты стояли несколько, ну, много их мы переставляли. В другой клинике мы пытались это сделать. Не получается. То есть для расширения верхнего зубного ряда не нужно устанавливать. Бывает, чтобы расширить зубной ряд, устанавливаются здесь вот мини-винты и делается расширение, разрыв небного шва. Ему это не надо. Я провела исследование на диагностических моделях, выяснила, что мы без этого обойдемся. Выглядит это массивный подбородок, выступающая нижняя челюсть вперед, западение верхней губы, то есть увеличение нижней трети лица, плюс еще и немножко скошен подбородок в сторону из-за асимметрии. Получается, вот так это выглядит. У мужчин это еще, они носят бороду, усы, более-менее скрывается, а у женщин такая патология, конечно, выглядит, ну, не очень эстетически красиво, бывает, что комплексуют многие, потому что это даже как-то старит немного женщин, когда верхней губы практически ее не видно, она под нижней находится, губа тонкая верхняя. Поэтому, конечно, у таких пациентов в основном всегда первая жалоба – это эстетика лица, а уже потом зубы.